оставили какую-то хуйню. Копаются. Может, она не стоит, блядь, 3000 подмышки. Я говорю, что дурак, блядь, что ли? Тут там 3 грамма уходит этого воска буквально. А он еще кому-то трешку, маток тут стрикся, туда ходил, блядь. Вы, блядь, ну, бывают люди ебанутые, блядь, ну, чтобы настолько, блядь. Ну и сразу довольный такой, хорошо подстригся, подмышки сделал, с носу вырвали, блядь. Ой, блядь, хорошо, что вы меня вернули, блядь. Ай, блядь. Это телефон или машина? Телефон. А тут как будто машина снимала-то. Вот телефон. А, вот телефон, я думаю, нет телефона, я думала, одна эта. Ну, человек в одного мастера привыкает и все. Да нет, нет, просто ты вот пойдешь вот с этой стрижкой. Пошли. Это другая стрижка. Я вам на днях этот. Распакую свой YouTube, ладно, так и шибить не хотела. У меня же YouTube канал. Не хотела вам это раскрывать с него. Статус выставлю вам. Мне и американцы, и россияне, и немцы пишут за мои работы, комментарии, что прямые эфиры веду нет. Уже прямые эфиры. Вот они комментарии мне говорят, детка так продолжает. Я легко, где подстригатель. Вчера мне пацан со Станы спрашивал, а вы в каком городе, говорит, блядь, не буду ж такого мастера. А я ему говорю, я же матерюсь, я ему пишу, он говорит, похуй, стригете вы, говорит, шикарно, ага.